50 свечками, которые он задувал 3 дня. И сам торт ел 8 дней. Доброе утро, мои мальчики. Скажите всем доброе утро нашим подписчикам. Доброе утро! Скажите или кричите. Всем привет, подписчики. Мы завтракаем. У нас вообще супер завтрак. Папу попросили нам купить детям и взрослым сосиски в тесте. И еще вот такие пирожки с мясом. Папа нам купил. Кто подписан на мамин канал, подписывайтесь и ставьте лайки. Делитесь видео с друзьями. У меня сварился бульончик. Я его процедила. Здесь у меня что-то из свинины, по-моему, было. Какой-то вот кости, позвоночник. Вот. Будет борщ сегодня. Так что приготовила себе уже картошку, лук. Сейчас еще достану с холодильника морковку и свеклу. И буду все чистить потихонечку. И готовить. Борщик готов. Ура! Он даже уже немножечко настоялся. Буду скоро в тарелочке раскладывать, чтобы он подостыл. Прям такой хорошенький. Мы, если честно, любим, чтобы он прям густой-густой был. Ну, не прям густой, не так, чтобы сейчас в кастрюле та ложка стояла, но чтобы, в общем, были там овощи. Мама тут со Стёпой помидоров мне опять насобирали, так что надо будет, как немного подкраснеют, наверное, завтра буду перебирать их, потому что много-много буреньких. Они, конечно, после того, как у нас были дожди, прям порченные, много порченных, так что надо хорошо будет их перебирать. Рыбаки мои идут вон там со Стёпой, рыбачили. Сейчас посмотрим, может, ничего и не поймали, хотя Гриша купил подкормку и кидал. Может быть, все-таки мелочи была. Втроем будем обедать с папой и с Антохой, потому что Гриша, Серега же у нас остался, там Даша играют все. Мы сейчас борщик будем обедать. Ой, Сереженечка, возьми он еще мясо, хорошо? Антоша тут включил футбол нам. Делаю опять пряничное тесто. Так, у меня тут пряничное настроение. Сегодня целый день уже, на самом деле, представляете, 5:30. А я все это время делала пряники. Смотрю кино. Офигенно. Офигенно, на самом деле, меня развлекает. Кино в 12 часов началось, в 8 закончилось. И я могу ходить куда угодно, и суть я не теряю. То есть вообще круто. Вот сейчас пойду кушать арбуз с детками. Ну, я и куски еще порезала. Смотри, еще я. Овальный еще. Да, мы уже один овальный съели, да? Вот еще один. Афонь, ну что, арбуз? Мам, вот еще один. Да, я видела, папа новый привез, да? Нет, это он со вчера. Я Афоня. Гриша, скажи, Гриша. Да, молоко на ночь. С печеньем, да? Не есть? Все покупались, все были такие чумазики прикольные. Нет, пушастики. Да? Мам, Симка уже умерла. Да. О, боже мой. Молоко стало розовым. О, боже. Мама, у нее кровь потекла. Да.